Озвучил Зозя. Сделаем синхронизацию. Под сценой с Чимином. Всем привет, рад встрече, я Чимин. Вот мы на фотосессии Стефани и Ко и Элли. Рад встрече. Три вещи, которые вы сделали накануне вечером для сегодняшней фотосессии. Для сегодняшней фотосессии я почистил зубы, сладко поспал и прибрался перед выходом. Какая уникальная победная поза Чимина. Для меня левая... Мне нравится, как смотрится моя левая сторона лица в камере. И для фотосессии результат зависит во многом от моего состояния диеты. Тебе нужно быть худым? Да. Поэтому я и сегодня сижу на диете. Так что это хорошо. Тогда, пожалуйста, позируйте нам. Вот так. Вы упомянули, что частенько носите яркие кольца. Вы все еще носите их? Да, я помню. Раньше, особенно когда я выступал на сцене, мне нравились тяжелые руки, которые издают лязгающие звуки. И я так чувствовал себя менее пустым. Есть какие-нибудь аксессуары, которые вы недавно приобрели? Мне до сих пор очень нравятся серьги. Что касается ожерелий, то я могу сказать, что немного принарядился. Я думаю, что так смогу передать эту атмосферу. Так что это хорошо. Знаете ли вы Чимина из ювелирки Тиффани? У меня нет крыльев. А еще у меня пухлые губы, поэтому многие называют его клювом. У этого друга тоже есть клюв. Это правда мило. Я возьму его с собой домой. Вы сказали, что за время продвижения вашего сольного альбома вы многое поняли. О чем вы забыли упомянуть? Ну, ничего особенного. Я думаю, что при групповом промоушене можно было многое скрыть. И как мембер, и как участник, я подумал, что мне нужно расти дальше. И для этого я думаю, что и вышел на сцену, где приложил больше усилий. Так, это заставило меня много думать и мотивировало меня задумываться о себе. Я рад этому. И я подхожу к этому со счастливым сердцем. Каковы ваши планы после этой фотосессии? Я думал заказать что-нибудь вкусное. Я думал о жареной курочке. Какая твоя любимая курица? Нет какой-то конкретной марки, которая мне нравится. Мне просто нравится есть курицу. Я искренне поздравляю Элли с 31-летием. И это было честью быть приглашенным на это значимое событие. Пожалуйста, с нетерпением ждите этого. И я был бы благодарен, если бы вы тоже могли передать много любви Чимину и BTS. Увидимся в следующий раз. Это наш последний вопрос в этом наряде. О, то есть это все? Ладно. Хорошо.